Хейл, с вами Шумики, и мы продолжаем проводить игру под названием Hidden South Time. И мы отправляемся с вами по ходу в Египет, это у нас малый рынок. Играть. Малый рынок. В моем свитке говорится, что с богами лучше бы не быть поосторожнее, не соперничать. Может, здесь записан рецепт бабушкиного особого хлеба? Звук мягкий, как шелк. Забыл рабочий или припрятал вор? Укусивший рискует сломать зуб. Оставила птица с перьями тысячи цветов. Но мы, видите, тоже снова начинаем типа привыкать пока что к желтой обстановке. Но сразу можно А что, не считается, он уже тоже красненький. Нихера жук. Здоровенный. Так, нам вора нужно найти, ножик вора. Так, шелк. Подожди, где шелк? Там, где шелк, должна быть дудка. Забыл рабочий или вор? Вопрос, где здесь рабочий? Ладно. В моем свитке говорится. Еще дома, да, убираются. Так, ну это рабочие. Рабочие Рубина не видели. Оставила птица с перьями тысячи цветов. А где у нас цветы? Так, забыл рабочий или припрятал вор. Так, отправила птицу с перьями, оставила, потратила. Так, вот это уже будет немножко... Ага. Оставила птицу с перьями тысячи цветов. Тут вообще цветов нету. Я понимал бы, если тут были где-то бы цветы. Пляж. Вся моя пляжная одежда сочетается. Он не оставляет рыбу другим. Весело лежит вместе с рыболовными снастями. Слишком близко к остальным. А внутри я продаю подушки. Надо проверить. Ловушка для крабов. О нет. Щит упал в воду. Без Анха я из дома не выхожу. Квакич. 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 Так, рыболов раз.
Потом было что сказано про подушку. Так, ловушка для крабов у нас в основном на воде. Хорошо. Я не выхожу из дома. Без Ангха я не выхожу из дома. Что такое Ангх? Типа имеется в виду платье? Танец египтян. Почти похоже. Там должно быть платье такое развивистое. Весело. Так, рыболовная снасть. Вся моя пляжная одежда сочетается. Блин, а если так, я не видел никого в кругу. А в этом имеется в виду дело. Гнев Анубиса. Создатель этого инструмента говорил, что с его помощью можно записывать новые великие шедевры. Луна заходит назад, поля меж пшеницы. Это мой величайший шедевр. Надо попробовать продать его в фрауну. Мой верный горшочек не считает, что я плохо танцую. Так, значит, где-то кто танцует. Как видите, за небольшую дополнительную плату мы мумифицируем ваших питомцев вместе с вами. Они построили для меня новые гнезда с двумя с виду теплые, что глаза устают. Нужно уж отдыхать, ложиться. Я возьму 10 статуй, по одной в каждой спальне. Так, значит, он в дворце. Граффити? На моё обелиске? Даже для коллекционера оружие эта штука выглядит странно. Наверное, в прошлом месяце мне продали семена не тех цветов. Так, ну граффити вот. Сразу погнали по домам. Скульптура. Так, далее. Бобёха в синем одеянии. А вот бобёха в белом. Так, подожди, жук. И растение. Hmm.
Блин, еще бобёк нужно найти как-то. Давайте по волосам. Так, длинные волосы и внизу херовинка такая. Жук. Они построили для меня новые гнезда, с виду теплые. Нетушка. Вот я смотрю, не вижу жука. Они построили, значит, где-то что-то построили. С виду теплое. Синевидный ты мой, где же ты прячешься? Ой, надо размяться. Нашел я нашего жучочка. Вот он, короче, оказывается, около печек сидит. Так, ну в какой-то степени мы с вами продолжаем. Я, короче, уснул. Я проснулся, нашел твоего жука и закончил серию. Ну, а так мы, типа, продолжение, типа, их объединим, да и все. Так, суд Осириса. Играем. Суд Осириса. Мне нравится быть с вами. Кто это туда поставил? Но я не в жюри. Мне нравится быть оранжевым гигантом. Чем выше взлетаешь, тем больше падать. А больнее падать. Я не стану спускаться, а то вы меня арестуете. А вот это для гостиной не подходит. Коверчик. Я в жюри не состою, если спущусь, вы меня арестуете. Так, я не состою в жюри, подожди. Нет. Но я вижу скорпиончика, но... Ага, лис. Так, хорошо. Жопастый кактус. Подожди, а где бабёха, которая так спряталась? Странно. Так, жучок, жучок, жучок. А, вот жучок. Оранжевые гиганты, вот, понятненько. Там же говорит, почему я должен говорить это слово-слово? Для чего? Дело в том, что я не могу не найти. Вот куда мог спрятаться целый человечек. И вот это. Кто это туда поставил? Туда это куда? А. Это не то? Ну ладно.
очень странным. Кто-то туда поставил? Но я не в жюри. В смысле, я не в жюри, а где ты тогда? Ее вообще тут нету, походу. Натуре? Ну ладно. Не положил, поставил, то есть на что-то облокотил. Но оно там лежит, ясно. День рождения королевы. Ох, нихера себе. Нюха. Изумительный красивый цветок, но сорвать его трудно. Колец. Он не пройдет. Бедняжка, мама потеряла его в саду. Кошки и правда любят рыбу, и это вовсе не миф. Сердце должно быть легче, перышко, чтобы человека ждала мировая жизнь после смерти. Семейная реликвия, спрятанная за семью замками. Или замками. Чаще используется для чистки ковров, чем для демонстрации статуса. В комплекте идет удобный горшок со змеями. Он охраняет сад. Так. Цветок колючий. Все то, что колючее. Значит, где-то в кактусах должен быть этот цветок. Ладно, давайте пока что так посмотрим. Может быть, я что-то найду. Так, со змеями, значит, где-то в банке. Или около банок. Так, бедняжка, мама потеряла его в саду. Сад здесь. На дерево, я думаю, уже не должен был куда-то залезть. Цветок находится там, где находятся иголки. Ну, то есть кактусы, да, те же самые, вот тут. Цыпленок. Так, мне остался цыпленка найти и найти палку. Семейная реликвия, спрятанная за семью замками. За семью замками получается... Фиг знает. А, вот еще пирамида. Так, мышка. Птичка, птичка, птичка. А моей птички коричневой нету. Да. Так, в саду. Ну, по идее, где-то здесь, но это ж сад. А вот он. Великая пирамида. Чу-чу-чу-чу-чу. Я жертва оперативного эксперимента. У этого совка подозрительный открытый край. Это была любимая игрушка моего кота. Покойся с миром, маленький друг. Точка фараона. Лучшее место для ловли крабов. Со мной еще не покончено. Не оставляйте меня здесь. Надеюсь, это большие зеленые негодия
вегетарианцы. Сюда нельзя заходить. Ха. Поймай меня, если сможешь. Если захочешь получить свежайшие коктейли, то держите поближе к месту, где их делают. Так, короче, мне имеется в виду около кокосника, я должен найти. Так, короче, начнем с того. Что мы ищем? Женщину, фараона, вора. Ну это шо, алло? Фараона. Кинжал. Что такое совок? Так, пирамида. Крабик. Так. Где-то в озере я должен вот это найти, около краба. Точка фараона. Непонятно, что такое точка фараона. Ага. Так, кинжал, кокос. Ниндзя. Я жертва оперативного эксперимента. Ну, между скорпионами, типа. Та-та-та-та-та-та-та-та. Так, теперь мы ищем кокос и ниндзю. Кокос сказано более-менее около... Хотя он может быть вот здесь спрятан между ними. Либо на дереве висеть. Где мой кокос? И тупой ниндзя. Я не понимаю, где еще этот ниндзя. Так, и остался ниндзя. Город. Ух ты ж, ё-моё, сколько тут народу. Дикорастущий плод, который можно найти только в оазисе. Это где вода, да? Ого, я понял. Так, о нет, молот упал. Говорят, что в заброшенном доме можно найти много сокровищ. Гоняюсь за квочкой. Сворачивайтесь, как коврики. Поиск сокровищ в пустыне закончился, лампа Аладдина. Продавец зелий, продай мне самое сильное зелье. Итак, ребята, это рулет. Сосиска лучше блюдо на перу. Никогда не дежурю. Если вы будете хранить урожай здесь, то нам будет сложно его туда достать. Я спрятал эту штуку за домом. Не хочу, чтобы жена ее нашла. Так, ну тогда я думаю, начнем, наверное, где-то отсюда. Потом уже туда перейдем. Начнем с оазиса.
Так, мы ищем молот, птичку, рулон. Дикорастущий плод, который можно найти только в оазисе. Это типа банана. Так, сосиска, пиво. Так, хорошо, это мы с вами изучили. Давайте начнем, наверное, с верхнего участка. Квочка — это утка. Так, цыпленок. Цыпленок, сосиска. Так, сокровища. Молот на другой, да? Перышко. Так, кузнец, подожди, значит, где-то здесь должен быть молот. И за домом должен быть какой-то корабль. А, так и это еще не та даже бутылка, тут еще есть бутылка. Молот, молот, молот. Так, это пирожка, сосиска. Так, низ белый, да? Синий верх, низ белый. Лодка. Бутылочка. Ага, вот цыпленок. Бегает, который за квочкой. Так, что у нас там еще сколько? А, все, ребят, потом у нас королевская свадьба идет и средневековье. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!